Всем привет! Моя очередная посылка с сайта iHerb. И в этот раз я покупала в основном витамины для всей своей семьи. И первые витамины, какие я хотела показать вам, это витамины для подростков. То есть очень широкий выбор витаминов для детей, для взрослых. В общем-то, в этот раз мне удалось найти витамины для подростков. Здесь 70 жевательных мармеладок. Сейчас я покажу, как они выглядят. Очень вкусные мармеладки. Еще раз повторюсь, что формула специально разработана для подростков. И стоили эти витамины 8,26. Следующие витамины, это были витамины для взрослых. Такая огромная банка. Здесь 120 тоже жевательных конфеток. Они не мужские, не женские, а именно вот просто для взрослых людей. И они стоили 11,30. Такие жевательные тоже конфетки, очень вкусные. Следующие витамины, это витамины для женщин 45+. Здесь 90 таблеток, то есть уже здесь таблетки. Их нужно употреблять один раз в день. На то, что я тоже на это обращаю внимание, потому что есть витамины, которые нужно пить там чуть ли не 6 раз в день. Здесь одной капсулы достаточно на день. Такая баночка, 90 таблеток. Стоили они 10,62. Вот так выглядят сами таблетки. Не так их просто проглотить, они достаточно крупные. И последние витамины, это витамины, формула специальная для ногтей, для волос. Здесь 50 тоже капсул. Так, стоили они 4,96. То есть достаточно такие крупные капсулки. Так, с витаминами все. Еще я заказывала чай. Достаточно известный чай на iHerb, очень популярный чай с манго, но вот у меня сыну больше нравится мандариновый чай. Здесь 25 пакетиков, вкусный чай, и стоил этот чай $3. Также я заказывала дезодорант Кристалл. Здесь 85 грамм, он лежит на такой, сам Кристалл лежит на такой, как бы, тарелочки, вазочки. Я понимаю, его нужно смазывать. Это сначала смачивать водой и после этого пользоваться. Я его еще не открывала. Стоил он $2. И, как всегда, добить посылку я беру бальзамчики для губ. В этот раз у меня, по-моему, он ванильный. Да. 85 центов они стоят. Неплохие бальзамчики. И подарки. Как всегда, они кладут что-то в подарок. В этот раз это была прищепка с логотипом iHerb. И леденец на палочке. Спасибо за внимание. Пока!